Всем большой привет! Спасибо, что досмотрели данное видео с самого конца. И я хотела бы под конец с теми, кто остался, поделиться. У нас холодно так. Я нашла, в общем, уголочек, где мне не слепит адски в глаза. В общем, я когда-то снимала видео по поводу моих, в общем, субботников, да, что я хотела организовать субботник. И я хотела просто поделиться с вами, что же, чем же закончилось дело, да, то есть вообще закончилось оно или продолжается. Вот, я открыла еще один канал, да, он давно, в общем-то, созревал в моей голове, да, то есть не дизайн, а просто уже что-то такое более личное, более, наверное, от меня. Да, в общем, ссылка внизу будет в описании, он называется Туласи. Вот, Туласи — это такое растение, которое в духовной жизни считается чистым, поэтому я решила назвать Туласи. Вот, и... Я бы очень хотела, чтобы все, кто, скажем так, хочет меня поддержать просто, то есть как-то поспособствовать, может быть, развитию этого движения, да, что вот у меня есть такая идея, что, в принципе, мы сами мусор накидали, мы сами должны его собирать, ну, короче, очищение природы, да, и, в принципе, опять меня уносит кто-то в сторону, в общем, кто хочет поддержать, просто перейти и подписаться. Вот на этот канал там, в принципе, ничего нету. А, там есть один отдельный лист, я тоже его поставлю внизу на ссылку, что я там записала 10 видео, это, скажем так, зачем я вообще это делаю, да, то есть зачем вообще нужно... То есть там концепция такая, избавление от гордости, да, ну, то есть если с психологической точки зрения посмотреть, зачем вообще я собираю мусор, да, помимо того, что я помогаю природе, я очищаю планету, я просто делаю хорошее дело для всех, есть огромная такая психологическая проблема, да, которая, в принципе, не дает сделать, даже если мы понимаем, что дело весьма полезное. Сюда относится гордость, что обо мне подумают, я неудачник, если я собираю мусор, да, всех нас учили в школе, что если там будешь плохо учиться, будешь мусор собирать, дворник – это не престижная профессия, ну и я могу перечислять до бесконечности, да. Вот, то есть там 10 видео психологических, которых я рассказываю, скажем так, просто свою цепочку в голове, как я к этому пришла, да, почему надо бороться с гордостью, что вообще плохого в таком, вот, знаете, чувстве само... Ну, как это вот назвать, да, когда, ну, не эгоизм, а вот именно я в центре всего стою, и я самый главный, и то, что мои желания самые главные. Это тоже можно отнести к концепции эгоизма и гордости. И я там рассказываю как немножко так запутанно, да, потому что в моей мысли в голове тоже запутанные, но как смогла, так и как-то рассказала, да, на схемах, то есть я долго думала, чтобы схема была рабочая, чтобы она мне в первую очередь вообще помогала жить, ну и тем, кто вообще-то посмотрит, кому это, ну, как бы срезонирует. Вот, то есть это моя идея, зачем вообще надо избавляться от гордости. Потому что я как бы внутри сама с собой, на самом деле, очень долго боролась, что «а что плохого-то?» Ну, то есть какая-то такая идея, да, «а что плохого в гордости?» «А что плохого в гордыне?» «А что плохого в том, что, допустим, там, человек очень много о себе думает?» То есть высокое самомнение. Там я еще как-то так разделила, чем отличается самооценка от самоуважения, да. То есть как вот это тоже важный момент. Вот самооценка, она бывает низкая, высокая, да, а самоуважение, оно все-таки строится на вот наших плюсах. Ну, там, в общем, так вот, интересные мне показались мысли, что я даже решила записать их в видео. Вот, и вообще в канале Туласи я буду делиться именно психологическими моментами в дальнейшем, да, то есть здесь уже этого всего не будет, я буду здесь просто делиться исключительно творчеством, исключительно дизайном, скажем так, профессиональной деятельностью. Вот, канал Туласи будет посвящен исключительно не творческому, а духовному, душевному, моральному развитию. Вот. Как я уже говорила, что можно работать, точнее, можно жить, чтобы работать, а можно работать, чтобы, ну, жить, да, то есть в жизнь подразумевает, то есть именно развитие. То есть я как-то пришла к тому, ну и все мы об этом знаем, так или иначе, да, что деньги не кульминация всей нашей жизни, что с собой на тот свет мы их не заберем. Вот, но без денег тоже нельзя, да, то есть это факт, это реальность, поэтому этот канал я тоже ни в коем случае не буду забрасывать, да, творчество нас
спасет, ну, меня, по крайней мере, да, как фрилансера. В этой стезе я тоже планирую разбираться, развиваться. Более того, я планирую все-таки в этом году продолжить свой курс «Стоковый иллюстратор», потому что он действительно, я вот заметила, что я не знаю, как это работает, но благодаря «Стоковому иллюстратору» я сама была в тонусе, сама держалась. Более того, картинки из «Стокового иллюстратора» у меня были продаваемые, да, там в топы они выходили. То есть ради того, чтобы обучить, да, своих подписчиков, я же сама обучалась, да, я сама старалась. То есть не так просто там, когда сам для себя рисуешь, это все-таки история, ну, сам для себя, да. Когда уже все-таки для других ты как-то стараешься, обучаешься, придумываешь тему, придумываешь картинку, больше паришься, и она получается, конечно же, лучше. Вот, поэтому «Стоковый иллюстратор» полезен как мне, так и, я надеюсь, очень надеюсь, подписчикам, которые его смотрели. Вот, это, скажем так, новый шаг будет, да, то есть следующий шаг в развитии, то есть, как я говорила, пошаговая система, все делаем поступательно, постепенно, никуда не торопимся, никуда не спешим. Вот, еще раз напоминаю, что все, кто хочет поддержать идею субботников, пожалуйста, перейдите на канал Тулоси, подпишитесь, просто напишите какой-то комментарий, я не знаю, можете, конечно, этого всего не делать, вот, это все абсолютно добровольно, вот, но это будет очень-очень мне приятно. И до встречи в следующих видео. Всех еще раз с наступающим Новым годом. Надеюсь, год нам приготовит новые победы, новые удачи, новые испытания, естественно, куда же без них, да, новые трудности, которые мы должны будем преодолевать, новые сражения, новые войны. Ну, я надеюсь, мы все преодолеем, все у нас будет хорошо. Все, до встречи в следующих видео и всем пока!